Добрый день. Приветствую. Сегодня мы общаемся с Федором Киреевым. Это CEO в Hotbot AI, компания, которая занимается разработкой чат-ботов для отелей. И сегодня мы выведаем у Федора, какими же секретами он пользовался, чтобы создать стартап и как он его развивает. Да, с удовольствием поделюсь. Надеюсь, не корпоративными секретами. Расскажите, Федор, с чего начиналось все у вас? Да, конечно. Могу сразу рассказать, наверное, главный сюрприз этого проекта, который он преподнес, то, что он родился вообще из другого проекта, и это был такой нехилый пивот. Потому что изначально в компании, где я работал, был проект, который исторически там как-то сложился, вот, и он был связан с на Западе очень популярная тема, это такая customer community, это когда вокруг какого-то бизнеса или бренда строится сообщество лояльных пользователей, и они оказывают всестороннюю поддержку бизнесу и являются таким щитом от гневных отзывов и так далее, и так далее, и всячески помогают другим пользователям. И, в общем, в компании, где я работал, был проект, который связан именно был с Customer Community, и также к нему ненавязчиво прилипла история с Wi-Fi авторизацией, благо в нашей стране еще появился прекрасный закон, который обязует частный бизнес и вообще любые публичные точки доступа в интернет обеспечивать идентификацию пользователей. И в итоге проект был следующий, то есть когда человек подключается к Wi-Fi, он видит страницу идентификации и непосредственно после авторизации проходит на страницу Customer Community. Вот. И поскольку материнская компания в основном работала с hospitality сегментом, то было несколько клиентов, и это были гостиницы. Вот. И когда этот проект достался по наследству, мы начали копаться, что же, почему же так все не очень здорово, начали каздевить. И выяснили, что у отеля есть очень увлекательная хотелка, и которая потом превратилась в нечто более масштабное, прозвучала на каздев-интервью очень забавная фраза. Было бы прикольно отправить проживающим гостям информацию о том, что у нас сегодня в баре проходит какое-то событие. Это как раз было в преддверии чемпионата мира, и вот это все. И мы сказали, подождите-ка секундочку, дайте нам пару месяцев, мы подумаем, что с этим можно сделать. Вот. И долго думали, что с этим можно сделать, и было принято решение, что есть же чаты, все общаются в чатах, а отели почему-то это очень сильно игнорируют. И в итоге мы за 2 месяца сделали MVP, вот, принесли в отель, нам сказали, это прикольно. И мы дальше начали ресерчить, насколько это прикольно. Сходили на профильную выставку. Вот, и по идее мы хотели собрать просто фидбэк от ательеров, вообще, что они думают по этому поводу, нужно это или не нужно. А в итоге оказалось настолько прикольно, что мы собрали 50 лидов. Вот, и было решено, что после этого уже провести более детальный ресерч, анализ рынка, понять вообще, какие существуют текущие решения и какие есть конкуренты. И уже после того, как мы все более-менее основательно проресерчили, посчитали финансовые модели, решили открыть отдельное направление, юрлицо в дальнейшем, и сосредоточиться именно на чат-ботах, именно для отелей. Вот. Но сейчас это уже не просто чат-боты, это уже такая целая, плохое слово, платформа. Вот. Это уже сервис, который помогает отелям зарабатывать больше денег с помощью персонализированных сообщений. И, безусловно, туда включаются уже и чат-боты. То есть уже это плохое слово платформа, но пусть будет платформа, которая очень многофункциональна. Ну, это если вот в двух словах история создания. Как так все получилось? С точки зрения вообще отеля и
туриста боль, в принципе, понятная, да, то есть у туриста есть вопросы, там непонятно, к кому обращаться, здесь есть чат-бот, и это очень удобно получается для него тоже. Не совсем. Ну, то есть здесь мы в рамках ресерча именно наткнулись на то, что у туристов, во-первых, есть несколько типов туристов, есть бизнес-туристы, есть индивиды, есть группы и так далее, и так далее. У них у каждого есть свои потребности, но в основном у них есть потребность в информации, и они ее ищут очень странными путями и иногда не очень успешно, а когда отель опережает их в этом стремлении и сам рекомендует, сам подсказывает, сам повышает уровень заботы, это выглядит круто, и гости оставляют хороший фидбэк, и мне кажется, всем было бы приятно, ну, то есть прямая аналогия, когда мы идем там к друзьям в гости, друзья обычно нам рассказывают, как до них лучше доехать, что у нас сегодня будет вечером, что мы будем кушать вкусное, вот, нужны ли тебе тапочки, когда ты заходишь домой, и вот если отель начинает общаться с гостем как с лучшим другом, это всегда вау, это всегда круто, но и в то же время в такое общение, если нативно интегрировать апсел, то с большой долей вероятности довольный гость всегда поддержит средний чек и его увеличит. Ну, да, в принципе, логично. Но как вот отели туристам передают информацию об этих ботах, как они узнают о них? Хороший вопрос. Для этого, ну, это такой секрет вообще про чат-боты. И чат-боты сами не могут первые писать гостям, то есть ни одна из платформ не позволяет это делать, за исключением сейчас WhatsApp, но это стоит каких-то денег. И наша основная фишка в том, что у нас есть интеграция с отельными системами, и фактически, когда гость бронирует номер, эта информация о бронировании попадает в систему управления отелем. Называется она, сокращенно очень смешным словом, PMS, вот, от слова Property Management System. И мы ее сразу же получаем в нашу систему и первые начинаем коммуникацию с гостем по принципу Smart Delivery, то есть начиная от бесплатных каналов коммуникации, заканчивая самым дорогим, это SMS. Вот. И говорим гостю о том, что есть виртуальный помощник, и он ответит на все ваши вопросы, и плюс мы сразу даем гостю необходимую для его стея информацию. Вот. Обычно мы начинаем коммуникацию за несколько дней до заезда и сразу гостю отправляем информацию о быстром заселении, либо, например, о том, как лучше добраться до отеля, в зависимости от того, как гость собирается спланировать свое путешествие именно до отеля. Это канал дистрибуции номер один. Канал дистрибуции номер два — это достаточно очевидный кейс, когда гости заезжают в отель. Большинство из них подключаются к сети Wi-Fi, и там происходит редирект на, собственно, чат-бот. И третий вариант — это сайт отеля, где установлен виджет наподобие любого лайф-агента, который устанавливают сейчас на очень многих сайтах, за исключением того, что он создан специально для отелей, и он отвечает в любое время суток и отвечает очень быстро, и, в принципе, процент распознавания вопросов от гостей приближается уже к 100%, потому что они все однотипные, но бывают иногда выбросы, когда бот переключается на живого человека, но мы стараемся это все обрабатывать и минимизировать. Вот. И опять же, то, что такое решение на сайте, оно сделано специально для отелей и есть куча интеграций, то там все автоматизировано, вплоть до того, что если гость спросит, там, какие есть доступные номера на завтра, послезавтра, ему покажутся сразу доступные номера в чате, это очень круто. Ну и опять же, это все мультиязычно, и многим гостям не надо переключаться на самый популярный язык в мире, это плохой английский, чтобы спросить какие-то вопросы. Вот, поэтому здесь это решение тоже весьма полезно. Согласен. Ну, звучит так, как будто вы уже
довольно много времени потратили на поиски вот, ну, решений по delivery этого чат-бота и также по разработке. Ну, безусловно, да, здесь сколько? Нам почти уже 2 года. Вот. И первый год мы потратили на создание непосредственно всех кишков, вот, потому что мы сразу отказались от использования там, сторонних сервисов по конструкции, ну, типа а-ля конструкторы чат-ботов там, так далее, потому что это не очень гибко. Мы инвестировали достаточно в это большое количество времени, вот, но это с лихвой окупилось, потому что мы сейчас, как говорится, что хотим, то творим. Вот, и это был осознанный шаг. Но MVP, конечно, мы делали там по знаменитой фекально-дендрарной методологии. Вот, поэтому здесь все по канонам. И у нас было еще такое достаточно нечестное преимущество, потому что у нас материнская компания, она очень часто тесно связана с хоспиталити-сегментом, и мы изначально знали достаточно много о рынке хоспиталити. Ну, это, кстати, один из моих вопросов был, потому что довольно часто люди, которые там проработали, ну, начиная от ресепшена и заканчивая там каким-нибудь менеджментом, прошли весь путь, они очень хорошо представляют, как работают вообще отели и так далее. Ну, это, к сожалению, не про меня, но вот опять же, материнская компания, там большинство проектов были связаны с отелями, и в том числе с системами отельными, и нам повезло, потому что была экспертиза. Вот. Но и опять же, мы очень много общаемся с ательерами, очень много общаемся с гостями. И даже когда вот у нас сейчас бывают встречи с коллегами из отелей, мы даже в рабочие вопросы иногда вкорячиваем CASDEF такой 25-м кадром, потому что всегда есть что-то новое, всегда есть что уточнить, куча гипотез, которые надо проверять, и грех не воспользоваться таким моментом, тем более, что почти каждый день мы с кем-то точно общаемся. Получается, ну да, здесь не стояло, видимо, вопроса, в каком направлении идти, это просто, да, от пользователей шло. Стоял вопрос, какой форм-фактор выбирать, потому что тоже такой достаточно нехилый инсайт, то, что мы изначально думали, что есть же мессенджеры, и все общаются в мессенджерах, и вообще это, ну, гениальная идея совершенно, и все будут общаться в мессенджерах. Это вообще не так. Вот, то есть очень много людей предпочитают именно веб-чат, и в какой-то момент времени мы всячески изменяли там воронку, кучу просто разбили гипотез об пол, чтобы людей загнать именно в мессенджеры. Но в итоге мы поняли одну простую вещь, что то, что какая разница, где гости общаются и где они получают нужную информацию, где они заказывают дополнительные услуги, для нас как бы абсолютно все равно. И мы исключительно за то, чтобы нести какое-то value, и не нам выбирать, где условно его нести. Вот, мы даем омниканальные возможности, и гости сами выбирают, где им общаться. Но сейчас это было прям сложно осознать, потому что изначально мы думали, господи, есть же мессенджеры, это же настолько очевидно. Вот, и вот ровно настолько же для нас это было неочевидно, что не для всех это такой прям суперудобный способ коммуникации. Вот, поэтому мы сейчас сосредоточены на гибридной такой штуке. У нас есть чат слэш виджет, виджет слэш чат, где он включает в себя и кнопки, и чат, и все это комбинировано. Вот, и это как раз-таки такой уникальный формат и коммуникации, и с точки зрения чата, и с точки зрения продажи доп. Услуг. Возможно, просто здесь речь о какой-то инерции рынка, когда, ну, очевидно, что чат-боты — это новые браузеры и со временем. Да, да. Но здесь мы видим, что тенденция именно мессенджеров растет, безусловно, но медленнее, чем мы предполагали. Вот. Ну и не так агрессивно эта конверсия была в мессенджеры изначально. То есть мы не понимали, в чем дело, а потом в итоге смекнули, что, ну, кто-то не хочет, ну, его право. Хотя очень странно, уже, ну,
Не один год, наверное, лет пять точно. Но это еще все зависит максимально от региона, от статуса отеля, от ЦА отеля, то есть кто туда заселяется и так далее, и так далее. То есть есть отели, где очень много мессенджеров, есть, где, допустим, рулит Viber. Вот. Когда мы подключили WhatsApp, мы думали, что WhatsApp просто порвет все чарты, но оказалось, это не так. Вот. И поэтому это... целый сюрприз был, когда мы поняли, что мессенджеры, ну, не, скажем так, держатся наравне с веб-решением, поэтому сейчас мы сконцентрированы больше на внутренних конверсиях, нежели чем над увеличением базы клиентов, которые пользуются мессенджерами. Хотя это, безусловно, полезная штука с точки зрения там пуш-нотификаций и разных промо. Вот. Но эта база растет, но не так просто агрессивно и быстро, как мы планировали. Поэтому мы отпустили просто эту ситуацию. Если говорить о финансах, там, как быстро уже удалось выйти на какое-то понимание бизнес-модели, было ли это как-то планово? Ну, как говорится, у нас был план, мы его придерживались. Ну, собственно, мы живем за счет инвестиций сейчас, но мы вот уже очень близки к операционным уравнением под названием операционный ноль. Вот. И как у нас был план на 3 года, так мы его и придерживаемся. И изначально все бизнес-модели, которые были, они учитывали 2 финансовые модели. Первая — это subscribe, потому что это чистый SaaS. И вторая — это комиссионка, то есть мы берем процент с транзакции. И сейчас вот когда у нас запустилась вторая финансовая модель, это онлайн-оплата дополнительных услуг, мы стремительно приближаемся все больше и больше к нашему брейк-ивену. И вот-вот он должен наступить уже. Ну, то есть, получается, все инвестиции вносит материнская компания? Или со стороны да. привлекали? Нет, у нас внутренние инвесторы, то есть это владельцы компании материнской. Поделитесь, кстати, секретом, как вот выстроились взаимоотношения у вас, то есть вы являетесь соучредителем в этой компании? Да. Да, то есть изначально был другой проект, и когда мы делали MVP, это было, скажем так, факультативно, вот, мы проверили гипотезу самостоятельно, и когда уже поняли, что в этом есть какое-то здравое зерно, мы пошли искать инвестиции, скажем так, по самому простому пути, вот, и предоставили нашим учредителям деку, где было все описано, наш примерный форкаст на несколько лет, какую долю рынка мы хотим занять, какой объем рынка, как он растет, не растет, куда вообще двигаемся и так далее. Вот, и уже после этого они подумали и решили, что звучит неплохо, почему бы и нет. Вот. Но опять же, здесь это просто... Это вот как раз та история, когда, типа, я же знал, что все не так просто. Вот это действительно так, то есть нам повезло. И повезло, что материнская компания с hospitality бэкграундом, и она международная. То есть у нас есть срезы по российскому рынку, по американскому рынку, по европейскому рынку. То есть мы понимаем, что где происходит. И Россия для нас это в основном как такой сэндбокс, условно говоря. То есть мы сейчас катаем здесь все кейсы, бенгеры, чтобы потом это масштабировать на Европу, на Америку. Ну, вот у вас очень интересный пример, ну, в плане, что создалась какая-то дочерняя компания. Обычно же, если речь идет о большой компании, корпорации, они, ну, делают какой-то просто внутренний стартап, нанимают там управляющего директора, менеджера. Да, это просто связано с юридическими тонкостями, там, по персданным, по GDPR, по договорам и так далее, и так далее. Вот. И это просто отдельное юрлицо. Ну, но есть, оно аффилировано, безусловно. В любом случае, вам какую-то некую долю выделили в этом юрлице? Да. Угу. Очень большую.
Скажем так, я доволен. Мотивирует, в общем, да? Да, вполне. А как у вас, кстати, с рынком? Вы сейчас, получается, завоевываете российский рынок? Совершенно верно. То есть на данный момент мы достаточно известны на российском рынке. Но, опять же, российский рынок очень сложный за счет того, что в России очень мало... Ну, вообще, специфика hospitality индустрии такая, что есть крупные мировые сети, и в каждом регионе есть какие-то свои локальные игроки. И вот у нас рынок устроен так, что у нас всего несколько, их по пальцам можно пересчитать, российских, называются, больше англицизмов используем, hotel-чейнов, то есть отельных сетей. И все остальные отели, они как лоскутное одеяло, то есть они одинарные, их очень много, они все независимые, и если они принадлежат к Holiday Inn или там к сети Accor, там, не знаю, любые ISG и так далее, это все либо франчайзи, либо под управлением непосредственно самой сети. И чтобы туда встать как solution provider, нужно обращаться непосредственно через headquarters, то есть это европейский американский офис. Вот. В редких исключениях отели согласны на сотрудничество, несмотря на то, что они находятся под управлением. И вот это тот момент, где нам, опять же таки, повезло, что у нас есть материнская компания, и мы умеем заходить в такие истории. Ну, то есть, грубо говоря, там есть контакты, нетворкинг с владельцами. Да, да. И опять же, для того, чтобы зайти в международные сети, это все делается через хед-офис. По-другому вообще никак туда не забраться. То есть это будут штучные установки и, в общем, ничего серьезного. А весь российский рынок, он очень разрозненный, очень много независимых отелей. И есть всего там около 10 сетей, и то, в которых 30-40 отелей. То есть по меркам мировым это наносети. Потому что если мы говорим об американском рынке, это нормальная история, когда у тебя 1000 отелей, 1500 отелей. Вот. Ну, 30-40 отелей – это, скажем так, начинающий ательер. А на каких, кстати, вы ориентируетесь? На каких клиентов? На небольших или, наоборот, на enterprise такие? Безусловно, нам интересно больше подключать крупные цепочки. Но, опять же, в силу того, что мы стартап, мы начинали, безусловно, с мелких отелей, но с большой выборкой. То есть у нас были в самом начале и хостел, и пятерка, и четверка, и резорт. Вот, чтобы мы понимали, какое поведение пользователей в разных сегментах. Вот, и потом мы уже начали более выборочно, скажем так, относиться к подключениям. Вот, и сейчас у нас есть вообще даже отдельный там фильтр, как мы выбираем отели. То есть мы понимаем, что мелкие отели для нас не очень интересны, потому что мы работаем с ходящим трафиком, и для нас интересен хороший средний чек, хороший ADR отеля, потому что мы, опять же, работаем на двух вариантах финансовой модели, то есть это и комиссия, и subscription. Вы имеете в виду, что вы работаете с входящим трафиком на сайте отеля, да? Не на сайте, и на сайте в том числе, и, собственно, входящий трафик, я имею в виду количество гостей в месяц и так далее. То есть мы не увеличиваем трафик. Вот. Ну, если только косвенно за счет там пуш-нотификации рассылок, но это пока не основной фокус. Ну, вы не увеличиваете трафик, но вы увеличиваете конверсию, тем не менее. Мы увеличиваем средний чек. То есть в отеле есть несколько ключевых метрик, и одна из них — это RevPAC. Это метрика, которая говорит о том, сколько гость оставляет на один проданный номер, то есть, условно, номер стоит 100 рублей, а гость может сходить в бассейн, заказать, там, не знаю, тапочки, выпить пиво в баре, и вот он средний чек своего пребывания в отеле увеличивает, и мы способствуем увеличению этого среднего чека. Вот. Но, опять же, там есть много косвенных value для отеля за счет
уменьшение времени обслуживания, увеличение скорости ответов, мультиязычности, удобство пользования с точки зрения там, дистрибуции заказов и так далее, и так далее. Вот. Но основной value, конечно, для отеля — это увеличение среднего чека. А вы не работаете как именно маркетинговый канал там, то есть не помогаете продать больше номеров через сайт? Ну, я говорю, есть рассылки, есть специальные хуки, которые мы используем на сайте для того, чтобы увеличить количество директ-букинга, ну, прямых бронирований с сайта отеля. Но это, скажем так, дополнительные фишки, которые отель использует в своих интересах и которые есть в продукте. Но основное — это то, что мы работаем над увеличением среднего чека гостей, которые приезжают. Вот, потому что конверсия сайтов отеля — это вообще отдельный мир, скажем так, со своими правилами, со своими игроками с точки зрения движков бронирования, которые установлены на сайте. Это, скажем, ну, не основной фокус для нас. Понятно. Ну, у меня был еще вопрос по поводу вообще конкуренции с Booking и прочими сервисами, потому что я знаю, что сейчас многие делают чат-ботов туристических и для поддержки, для продаж и так далее, в частности, вот Booking и прочее, прочее. Но, видимо, если у вас есть такая поддержка, то вам не особо страшно именно... Ну, Booking... Да, мы в курсе про Booking и других наших партнеров и коллег, вот, потому что это, скажем, уже, ну, не rocket science, короче говоря. Чат-бот — это уже мейнстрим, который он уже существует. То есть мы столкнулись вообще с продуктом в этом году с такой достаточно странной проблемой, то, что, типа, ательеры уже спокойно реагируют на то, что автоответы, ну, это же, ну, типа, понятно, ну, окей, так и должно быть, в принципе. То есть такая реакция, если там, когда мы только показывали MVP, все таки ого, он сам отвечает, то сейчас, ну, сам ответ, так, а что там еще есть? Вот, и как раз-таки крутость чат-ботов в том, что, я часто говорю это на конференциях, чат-боты никогда не доделываются. Да, и чат-боты без интеграции — это уже, ну, никому не нужно. Вот. И Booking, они сейчас работают очень плотно над своим куском приложения, когда они хотят все перевести немножко в Conversational UI, если заметили, что сейчас в приложении Booking есть внутри чатик без строки ввода, но там можно кнопками решить большинство вопросов, которые касаются непосредственно букинга. Вот. И они хотят очень глубоко залезть в отели, но открою вам тайну, booking.com — это не основной канал бронирования вообще в отелях. То есть не все бронируют через booking.com, и настолько не все, что, ну вот, на ваш взгляд, какой процент занимает booking, по крайней мере, в российских отелях? Ну, не знаю. Вот, исходя из того, что вы сказали, я просто пальцем в небо тыкну, ну, наверное, 10-15. Ну, чуть больше, но да, где-то примерно такое число, то есть там порядка 20-20 плюс процентов — это Booking, все остальное — это куча разных других каналов, откуда прилетают бронь. И такой тоже лайфхак. Хотите бронировать дешевле, на сайтах отелях всегда дешевле, как минимум на 10%. Ну, вот. На самом деле нелогично, потому что у Booking есть такое правило, он запрещает делать цены дешевле, чем на Booking, и поэтому на Booking типа самая низкая цена всегда, но если зайти на практически любой сайт отеля, вы найдете там скидку 10%, и грех ей не воспользоваться. А как, кстати, вы ваши продажи выстраиваете? Это в основном, ну, конференции, какие-то выставки или какие-то активные продажи? Или сейчас вы так сильно не делаете упор на именно sales? На данный момент у нас только входящий поток. Мы, безусловно, участвуем во всех конференциях и форумах, которые есть в индустрии в России. И не только. Мы ездим на американские форумы, на европейские. И
В основном, да. То есть этот рынок так устроен, что здесь очень важно присутствовать именно в прямом смысле на рынке. То есть это личный контакт и так далее, и так далее. Вот. Хотя вроде бы все говорит о том, что там средний чек у продукта в месяц, он не очень большой, но все крутится за счет выставок, за счет конференций, онлайн-конференций и так далее, и так далее. Но это такой рынок. Здесь очень мало что можно продать с помощью наливания трафика. Вот, хотя, безусловно, имеет место быть такое. Но в основном это рынок. Понятно. Ну, в случае, как получается, с любыми enterprise клиентами, это такая история про выстраивание долгих доверительных отношений. Да. Да, здесь примерно то же самое, и это, с одной стороны, очень круто, с другой стороны, не хватает иногда и рук, и ног, вот, и приходится искать разные там уловки, как можно не ездить, условно, на конференции, но оттуда забирать лидов. Абсолютно понимаю. У нашего сервиса те же сложности. Ну, enterprise клиенты, они просто для всех интереснее, и вокруг них со всех сторон пытаются люди пробиться через разные каналы, поэтому да. С этим все сталкиваются. А партнеров вы не думали как-то через партнеров продвигать? У нас есть несколько агентских схем. Мы работаем с партнерами, но у чат-ботов есть один маленький нюанс под названием контент. Вот. И бывает несколько партнерских отношений. Это когда партнер приводит лида, он получает просто комиссию с контракта. Это стандартная схема. И бывает второй вариант, когда партнер на себя забирает полностью, скажем так, заключение договора, сетап и сопровождение первой линии, скажем так, и мы отвечаем только за техническое состояние платформы. Вот. Это уже другой коленкор, вот, и это уже более сложная партнерская интеграция, но, опять же, такие запросы сейчас у нас есть, мы пока работаем только по агентской схеме, из-за того, что мы очень паримся за контент, потому что чат-бот — это штука, где важен очень сильно контент, как он написан, как он структурирован, как он подан, и мы столкнулись с такой историей, то, что на данный момент мы вынуждены использовать живых людей для того, чтобы этот контент генерить, потому что мы пытались найти какие-то универсальные источники, которые нам позволят это делать более-менее автоматически, но их нет. Вот. Нет ни единого источника в мире, который может предоставить полное описание услуг отеля с ценами, с фотографиями и так далее, и так далее. Мало того, если посмотреть там, допустим, на Booking, на сайт отеля и там на пару других источников, то там будет разная информация, и когда вы позвоните GM-у, генеральному менеджеру отеля, он скажет: ой, это все старое, и на самом деле все по-другому. Вот. Поэтому сейчас, без ложной скромности, могу себя назвать руководителем сервиса с единственно правильным и полным контентом отелей в Российской Федерации. Ну, то есть, это реально, это идеальная база для чего угодно. Мы знаем все, там, где лежат полотенца, сколько они стоят, тапочки, там, во сколько открывается бассейн, можно ли туда в шапочке или с прививкой от оспы и так далее, и так далее. Ну, это получается такой очень большой объем на вас ложится по актуализации этой информации и по ее сбору. Да, верно. Ну, это все более-менее автоматизируется с учетом разработки специальных шаблонов, там, попыток из разных источников все равно автоматически это все подтягивать. Вот, ательеру только стоит следить за нотификациями, потому что, опять же, есть специальный мониторинг, который отслеживает корректность ответов на вопросы. Если там гость что-то получил не так или
что-то чат-бот ответил не так, то ательер об этом узнает достаточно быстро, ему стоит просто проапдейтить эту информацию. А по поводу, кстати, ответов, у вас сейчас какой-то механизм реализован по машинному обучению или это просто набор каких-то if-else, там, шаблонов? Это полноценный NLP. Вот, то есть мы напилили, скажем так, свое решение, которое позволяет нам достаточно гибко все настраивать. Вот, и мы сейчас работаем над очень крутой штукой. Мы хотим, чтобы бот собирал сам себя. Вот, и вот это нам здорово облегчит историю с контентом. Со самим сетапом. Я не могу сказать, что он сейчас супер-мега долгий. То есть в среднем на отель у нас уходит там, день, ну, максимум два. Ну, это чисто времени в зависимости от того, как отель быстро предоставляет необходимую информацию. Но вот этот механизм, он позволит нам практически минимизировать вообще ручной труд при сетапе первоначальном. И прям на него большие ставки. Ну, понятно, да, потому что если у вас возникает потребность масштабироваться, то вы сразу bottleneck, да, у вас это именно сетап. Да, 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 то есть именно эту проблему мы сейчас усиленно стараемся решить, потому что вот у нас есть большие хотел-чейны по там 1000 отелей и более, и сейчас мы заходим туда сегментами, и ну, соответственно, если прикинуть, что мы подключаем сеть в 1500 отелей, в какое приключение по сетапу ботов мы отправляемся. Вот. И как раз-таки вот этот механизм, он позволит это делать максимально автоматизированно и запускать отели прям вот так вот за там, 20-30 минут. Uh-huh. А это какой-то ноу-хау секретный? Что-то вроде... Это как раз наш секретный соус, который сейчас мы делаем. Ну, то есть, условно, как собрать чат-бота, вполне можно понять. Вот, как работает там, чат-бот-конструкторы, в принципе, все знают, но как сделать так, чтобы собрать 1500 разных объектов с разным контентом, вот это подумайте. Ну, это да. Что касается вообще фокуса, то есть вы и вообще будущих планов не планируете в какие-то другие сегменты уходить, там, не знаю, заказ автомобилей? Хороший вопрос, потому что очень много запросов у нас из Хареки. Это очень близкая к hospitality тема, это рестораны. И пока, честно, им нечего особо предложить, потому что, ну, условно, чат-бот, который бронирует столы, ну, допустим, предположим, оплата чеков, ну, вряд ли это супер популярная история. Ну, по крайней мере, то, что мы на каздевили, не показывает, что это будет пользоваться каким-то вообще адекватным спросом. Вот, пока с ресторанами мы не рвемся, а вот коллеги из медицины, это очень схоже с hospitality, и вот там больше перспектив, вот, но опять же мы сейчас не мечемся туда-сюда, у нас есть понятный фокус с отельным рынком, и в дальнейшем у нас есть заходы некоторых медицинских учреждений, достаточно крупных, мы с ними пока в формате диалога обсуждаем вообще, как это должно встроиться в жизнь пациентов, вот, потому что это не поликлиники, это больше относится именно к клиникам, там совершенно другой уровень работы с персональными данными, и мы хотим понять, чего хотят и пациенты, и в том числе и медицинские учреждения. Вот. И есть еще один сегмент, это ЖК, вот, который тоже заходит в управляющие компании, но там тоже пока все не очень ясно, понятно, хотя в целом функционал для ЖК, он прозрачен, то есть сейчас многие ЖК управляющие компании делают там мобильные приложения, вот, и у всех мобильных приложений есть один большой минус, его надо скачивать. Вот. А все любят
общаться в чатиках и решать свои проблемы там. Вот, поэтому с ними тоже общаемся. Пока ничего конкретного нет, потому что, опять же, фокус мы не меняем, но вот пока с медициной это самое большое, наверное. Лакомый самый пирог. Не то, что лакомый пирог, а с точки зрения полезного функционала и, скажем так, возможности для оплаты разнообразных услуг, это наиболее перспективное, на наш взгляд, направление. А вот этот конструктор, кстати, который ранее вы упомянули, и просто говорим про разные сферы. Одна из сложностей — это не только сбор данных, но и интеграция с зоопарком систем. Здесь вы тоже какое-то решение нашли для ускорения? Естественно. Вот, потому что в каждом отеле куча разных систем, и, как я уже говорил, без данных о гостях чат-боты — это, ну, очень сомнительная история для отелей. Вот, потому что, ну, условно, там, автоответы — это, конечно, очень круто, но когда идет уже работа с гостями, когда бот знает информацию о гостях, это намного круче. И да, есть такая проблема, она причем очень больная для именно отелей. Это зоопарк систем, которые установлены в отелях. И есть чудо просто. В нашей материнской компании есть еще один стартап, который занимается как раз-таки разработкой интеграционной шины для внутренних систем отеля. И фактически большинство популярных систем в мире имеет разнообразные API, причем это не только сложность в том, что они разные API, а сложность в том, что отель должен платить огромные кучи бабок за интеграции, за эти модули, за эти интерфейсы. Это все очень больно, и когда любая система, вообще любая, приходит в отель, первый вопрос — это как вы с нами будете интегрироваться, и для всех это просто огромная проблема. И вот как раз-таки этот проект, он позволяет нам достаточно, ну, с минимальными потерями, скажем так, проводить эти интеграции. Этот проект как бы не уникальный, есть другие сервисы, которые позволяют это делать, какие-то интеграции мы выполняем сами, но есть такая статистика, что в мире популярно, ну, порядка 80% отелей используют определенное решение, которое просто, ну, как Windows, короче, они когда-то давно появились, их все поставили, а теперь, как говорится, как это, поговорка была про ежика, что-то колется и что-то еще, короче говоря. Ну, типа мыши вот. Плакали, кололись, но продолжали. Да-да-да. Да-да-да, вот именно так, мыши плакали, кололись, и все плачут, платят огромные бабки, но такова тенденция рынка, и с этими системами очень больно интегрироваться. Ну, как раз-таки этот проект решает наши потребности, и это еще одно нечестное преимущество. У вас уже очень много их набралось. Но это хорошая история для стартапа, когда есть поддержка, есть экспертиза с разных сторон, и в целом у вас такое не какое-то решение там высосанное из пальца, а абсолютно адекватно, понятно, ну, откуда что появилось. Ну, да, то есть мы отталкивались от потребностей, плюс еще, опять же, это тут просто стечение обстоятельств так срослось, то, что в России до нас 2 года была компания, которая качала hospitality рынок на тему чатов для отелей. Это никак не связано было с чат-ботами, но чаты именно заточенные под отель, и ребята качали, и в итоге, скажем так, уровень NPS был не очень большой, и мы заехали в очень нужное время. То есть вот прям все как в пасьянсе сошлось. Все карты разложились в четкой последовательности. Безусловно, образовывать рынок — это дорого, долго. И когда он уже... Да, но сейчас мы вот
именно этим мы занимаемся, то есть конференции, объяснения, выступления, потому что для многих ательеров чат-боты для отелей это, к сожалению, чатик с автоответами, который стоит на сайте, и когда мы рассказываем о том, что можно зарабатывать больше, делать персонализированные рассылки и тем самым увеличивать, скажем так, заботу о госте, мы это называем забота, вот, это круто. Они говорят, что, о, это круто, и мы понимаем, что действительно это стоит делать. Вот. Но опять же, есть общая мировая тенденция, то, что как растет сейчас и развивается европейский, американский рынок, там тоже есть похожие решения, и это говорит нам только о том, что в очень правильное направление мы двигаемся, и то, что мы не одиноки в мире, это тоже круто. Плюс нам тоже в случае везения мы были одной из единственной компании из России, которая попала в батч интеграции с Booking Suite от Booking.com, и мы познакомились со всеми нашими мировыми конкурентами, причем познакомились лично, и никакого хейта, все друг другу пожали волосатые руки, сказали, что, парни, это круто просто, что мы так делаем все это вместе, и давайте друг другу помогать, у нас есть даже общий чатик. Вот, то есть, несмотря на то, что есть и взрослые компании, и есть тоже стартапы, которые это делают, у всех очень друг к другу хорошие отношения, ни у кого нет никаких суперсекретов, все предельно открыты, и все работают на локальных рынках, то есть, потому что только-только вот это все раскачалось в хоспиталити, и плавно это все пушится дальше. Вот. Это тоже вот уникальный опыт, когда ты знаешь всех своих конкурентов, знаешь, как всех зовут, и можешь написать в директ-чатик, типа, там, «Тиаго, привет, как дела?» там. Есть такой вопрос. А, кстати, пару лет назад при ваших исследованиях там не было такого засилья похожих решений? Именно чат-ботов было прям несколько, вот, но все они были чуть-чуть разные. То есть кто-то сконцентрировал был на директ-букинге, кто-то на инстей периоде. Очень было много приложений, то есть компании, которые делали мобильные приложения, либо веб-приложения, прогрессив веб, который там можно свернуть на рабочий стол на мобильном телефоне, и так далее, и так далее. То есть прямых вот конкурентов можно было перечислять по пальцам, а косвенных и неочевидных конкурентов было очень много, которые сейчас трансформируются в эту область. Вот. И вот это было, наверное, основным толчком, то, что мы поняли, что есть компании, которые делают очень рядом, но пока вот именно не чат-решение и не связанные вообще с conversational UI, но которые туда, безусловно, дойдут. И то, что у нас было понимание и знание о том, что Booking делает чат-ботов, это еще больше подстегивало и говорило нам о том, что едем туда. Ну, то есть, если... Это просто я пытаюсь вычленить совет для стартапов. То есть, несмотря на то, что были какие-то единичные прямые конкуренты, или вы знали, что, допустим, другие компании тоже ведут работу в этом направлении, вы решили пойти, потому что вы увидели потенциал, растущий рынок и так далее. Ну да, разумеется, то есть это видно, то есть можно посмотреть там открытые источники и вообще как развивается хоспитальти рынок, как развиваются технологии, развитие там условно мессенджеров и вообще как развивается conversational UI, и не обязательно делать в том сегменте, где вы собираетесь развиваться, то есть hospitality. Посмотрите на ритейл, посмотрите на хелпдески, посмотрите на все остальное. И есть смежные сегменты, где похожие технологии развиваются куда активнее, и вот один из примеров, то, что сейчас происходит с ритейлом, это бум, то есть сходите на любую конференцию, которая посвящена хелпдескам, там, у кого нет чат-бота, тот лох. Вот, ну, условно говоря, это правда.
Вот. И в Европе, и в Америке это давно не rocket science. То, что сейчас появляются голосовые помощники и так далее. Мы в голосовые помощники тоже верим, но еще пару лет нужно дать, проникнуть. Вот, хотя Яндекс сейчас наливает огромную кучу денег, и они молодцы, проникновение Алисы достаточно большое, даже Алиса есть в отелях. Вот, и в новом году в этом мы тоже планируем с Алисой делать очень много интересных вещей, но для повсеместного использования еще вот пару лет надо подождать. Вы, кстати, анализировали цифры, то есть, вот, допустим, мировой travel рынок, он растет там на 3,5, по-моему, процента в год, то есть, ну, количество вообще путешественников, и вроде как бы в целом рынок travel не растет, ну, так сильно, но если говорить о чат-ботах, видимо, там какие-то просто взрывные, там, двухзначные минимум, там, темпы роста. Растет... Ну, travel тоже понятие относительное, да, то есть это, опять же, еще зависит очень сильно от рынка, вот. Например, в России travel растет, вот, потому что там, то, что делает Китай, например, с миллионниками нашими, я имею в виду города, это вообще просто какая-то пушка, потому что сейчас 30-40% туристов в Москве – это Китай. И это только растет, постоянно растет. Что касается непосредственно технологий, то у hospitality рынка в России, да, было прям такое технологическое голодание. Вот, потому что то, что творится в Европе и в Америке, в России как будто просто ничего никто никогда не делал. То есть есть технологические динозавры, которые когда-то сделали свои solution. Это в основном касается систем управления отелем. И на фоне них, когда появляется какой-то новый проект, рынок очень осторожно к этому подходит. Вот. Но, опять же, все зависит от того, что вы делаете. А что касается именно чат-ботов или не чат-ботов, то здесь не совсем в чат-ботах дело. А дело в том, как трансформируется коммуникация в принципе. Вот. Коммуникация с брендами, коммуникация с поддержкой, коммуникация с сервисами. Все переезжает плавно в чат, потому что косты на содержание колл-центров и так далее, они безумные, их сокращают. Вопросы все практически однотипные и так далее, и так далее. Это все поддается автоматизации. И всплеск автоматизации непосредственно коммуникации, он, да, он огромен. И в Америке, и в Европе, и в России в том числе. Ну, я нахожу это связано тоже с тем, что люди, в принципе, не очень любят общаться с другими людьми. И, ну, то есть это всегда какой-то дискомфорт. Ну, чаще всего для, я думаю, многих людей. И проще решить проблемы, там, не касаясь живого общения. И иногда быстрее даже получается. Быстрее 100%, если это, скажем так, типовой кейс, вот, да. Потому что большинство обращений там, службы поддержки либо просто в контакт-центр это типовые обращения, и, ну, там, из понятных первых шажков это были там IVR-ы, потом переадресации, потом там, всякие автоответы в меню по тому же IVR-у, и сейчас это логическое продолжение, что есть чаты, есть виртуальные голосовые ассистенты, которые отвечают, и, по-моему, в каком-то из российских то ли банков, то ли операторов связи там работает виртуальный оператор, который 85% пользователей не распознает, что это вообще робот. Ну, голосовой. А? Да. А, Vox Implant, вот мне подсказывают. Здесь технологии, безусловно, они только развиваться будут. А, уже, наверное, напоследок уточню, вернее, задам вопрос. Вообще, вот какое ваше видение, куда будет все двигаться в плане вот той же hospitality и вообще travel у чат-ботов? Будет ли как-то происходить постепенное слияние разных компаний? Потому что кто-то занимается сейчас, делает гидов ботов, там кто-то именно в области маркетинга работает, кто-то работает, как вы, вот в этом сегменте. Потом это все объединяется? Да, да, то есть мы наблюдаем следующий тренд сейчас. Сейчас очень популярно становится в тревеле
такая история, продают не койко-место, а продают experience, lifestyle experience. И коммуникация здесь стоит на очень заметном месте, потому что взять тот же Airbnb, когда вы бронируете, и сейчас на Airbnb взрыв как раз-таки продажи именно experience, то есть не клевый дом, а поехали в Барселону, залезем на какую-нибудь гору, а пожить ты будешь где-то вот здесь. Вот. И это намного, скажем так, интереснее сейчас путешественникам, и коммуникация здесь занимает огромное количество времени, и потому что это и экспириенс для гостя, он начинается как раз-таки с бронирования, с общения, то есть как хост будет рассказывать о своем доме, что он расскажет путешественнику о том, что его ждет в этом экспириенсе и так далее, и так далее. Это все делается через каналы коммуникации. И безусловно, это важно. И также мы замечаем тенденцию, что крупные сети стараются максимально персонализировать экспириенс гостя. И в общем и целом у нас основной посыл, что мы создаем уникальный персонализированный экспириенс для гостей. Вот. И участвовать в этом — это большая честь, это очень круто. И также мы наблюдаем тренд того, что голосовые помощники вырываются на арену. И мы как база данных — идеальная штука для голосовых ассистентов, потому что голосовой ассистент — это по факту speech-to-text и text-to-speech в обратную сторону. Вот. И мы здесь отличная база данных для дальнейшего развития голосовых ассистентов. И в них мы тоже верим, но, опять же, вот с задержкой, может быть, несколько лет. Я здесь абсолютно согласен. Вообще, само путешествие в другой город, страну, это всегда масса вопросов, сложностей. Там, начиная, правда, от полотенца вот, для бассейна и для пляжа, их где брать, и заканчивая, куда пойти в этом городе, особенно если ты ничего не знаешь, если все это будет как-то оформлено с целью помочь людям, ну, текстом, да, и голосом, то, безусловно, это... решить. А если пофантазировать еще дальше, то сейчас, например, Хельсинки сделали очень крутой проект. Они сделали Хельсинки as a service. То есть город-сервис. И это звучит немного футуристично, но смысл именно в этом. Если представить, что те данные, которые есть у перевозчиков, те данные, которые есть у принимающей стороны, у отелей, и те данные, которые есть у города, объединить, а они когда-нибудь объединятся, и плюс прикинуть, насколько это огромная big data и большое поле для анализа, то представьте, что вы приезжаете в те же Хельсинки, и с вами общается город. Вот это круто. Вот. Город знает, где у него крутые места потусить, но в то же время вы можете попросить тапочки в отеле. Вот это прикольно. Это удобно, я бы сказал, и футуристично. Но все к этому идет. То есть очень недолго осталось этого ждать. Это логично. Ну, я рад был пообщаться с человеком, кто, скажем так, продвигает всю эту историю к будущему. Хотелось бы в это верить максимально. Спасибо. По крайней мере, стараемся. Да, вам спасибо. Было очень прикольно.